Впервые в этом году основатели рейтинга «Лучшие собаки России» провели одноименную выставку, которая прошла в международном выставочном центре «Крокус-экспо». Организаторы выставки – Российская кинологическая федерация и компания «Топ-дог». Информационным партнером выставки стал журнал «Питомцы». Это новый проект издания «Ветеринария и жизнь», рассказывающий о содержании и уходе за домашними животными. Первый выпуск журнала презентовали как раз на выставке. Стоит отметить судейский состав выставки. Все судьи Международной кинологической федерации FCI. Крупные эксперты из Бразилии, Парагвая, Китая и США. Иностранные судьи отметили высокий уровень собаководства в России. Выставки собак в России проходят на очень высоком уровне. Также отмечу высочайший уровень заводчиков в стране и российских собак. Они лучшие в Европе и даже лучшие в мире. Судья из Китая Белла Ванг в интервью ВИШ поделилась профессиональными секретами. Рассказала, на что обращает внимание при оценивании собак. При оценивании животного главное его развитие, а также пропорции тела, как сложена собака, как она двигается в ринге, как качает головой. Основатель рейтинга «Лучшие собаки России» Николас Пинейро признался, что премьера оказалась более чем успешной. Количество участников превзошло самые смелые ожидания. У нас практически все участники, все регион в Россию. У нас собирались даже, вот сегодня слушали, несколько там, или 18, или 20 автобус. Прямо с каждого региона приезжали собак, там участники в автобусы. У нас количество участников 904, а коэффициент квалификации получилось около 1800. То есть половина квалификационных собак, они приезжали в Москве на эту выставку. Для первой выставки это очень много. Участие в выставке – это большое событие для собак и их владельцев. Питомцев перед выступлением на ринге готовили не по одному часу. Например, прическа староанглийской овчарки Лилу заняла 8 часов, поделилась ее хозяйка Елена Рыжкова. На выставку всегда готовит профессиональный грумер. День мы ее моем, день готовим на выставку здесь. Как раз для Беста вот сейчас готовили. Сколько по времени занимает, чтобы такую красоту навести? До 8 часов. В один день это мытье, стрижка и сушка, укладка на выставке. Такие выставки помогают развитию ответственного отношения к животным, уверены организаторы. Например, конкурс юных хендлеров. Дети изучают анатомию собак, учатся с ними взаимодействовать. Кирилл со своим питомцем Буси приехал на выставку из Калининграда. Юный хендлер рассказывает, как важно быть единой слаженной командой со своей собакой. Мы каждый день с ней вместе дома. Мы с ней очень хорошо взаимодействуем. Это она поет или волнуется? Она там поет. Церемония награждения лучших из лучших состоялась 19 февраля. Собаки со своими владельцами, заводчиками и хендлерами выходили по красной дорожке. Эти питомцы стали победителями многочисленных выставок в 2023 году и по итогам рейтинга были признаны лучшими в своих группах. Отдельный блок рейтинга – социальные номинации. Лучшим ветврачом признан декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ профессор Алексей Ермаков. Жюри конкурса отметило труд приюта «Верный друг» из Горловки на Донбассе. Руководитель Алевтина Онищенко рассказала, как собирают брошенных собак и спасают раненых животных после обстрелов. 8 марта, год назад, обстрел украинской армии и приют «Прилет три мины», у нас погибло 24 собаки и 8 вольеров сразу лягло.
День был тяжелый, это день, когда мы вообще в приют не могли выбраться. То есть обстрел был с утра до самого вечера. И в приют мы попали только на следующий день, потому что невозможно даже с дому было выйти. Победителем в номинации «Награда за жизнь» вновь признан поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В награждении кинологов «Лиза Алерт» приняла участие советник руководителя Россельхознадзора, главный редактор издания «Ветеринария и жизнь» Юлия Милана. Поздравляя представителей поискового отряда, Юлия Милана отметила, что за 2023 год кинологи «Лиза Алерт» разыскали больше 40 человек. Большая часть из которых найдены живыми. Живыми, понимаете? Да, кажется, что в масштабах страны 40 человек, что это? Но понимаете, для сердца каждого из этих семей это вся жизнь, которая была найдена. Мы благодарим вас за вашу работу, мы благодарим вас за удивительный совершенно настрой ваших людей. Со стороны Россельхознадзора, со стороны издания «Ветеринарии жизни», новое издание «Питомцы», в этом году еще больше будем стараться вас поддерживать, публиковать все ваши достижения. Спасибо за то, что вы есть. Кроме того, Юлия Милана вручила от издания «ВИШ» специальные призы организаторам рейтинга «Лучшие собаки России» команде компании «Топ Дог» и лично Николасу Пинейро. Отдельная номинация рейтинга – «Служебное собаководство». Во время выставки зрители могли увидеть показательные выступления таможенной службы и Росгвардии. Лучшими собаками Росгвардии признаны немецкая овчарка «Жаир» и бельгийская овчарка «Жиксер». Эти служебные животные не раз спасали человеческие жизни. В интервью «ВИШ» сотрудник ОМОНа Роман рассказал, как «Жаир» нашел взрывное устройство и спас от гибели десятки людей. В городе Луганске на одном из КПП тормозили машины, и при обследовании одной из машин «Жаир» своим поведением указал на наличие взрывчатого вещества у задней части автомобиля. При дальнейшем осмотре выявлено, что под днищем автомобиля обнаружено было самодельное взрывное устройство. Саперами было обезврежено. Возможно, был крупный теракт какой-нибудь предотвращен. На выставке работала видеостудия издания «Питомцы». Нашу площадку посетили лучшие хендлеры России, известные заводчики, опытные грумеры, иностранные судьи, представители ветеринарного бизнеса и Российской кинологической федерации. Интервью, записанные на выставке «Лучшие собаки России» в ближайшее время можно увидеть на сайте ВИШ.